Модернизация общественного сознания должна начинаться с соответствующего воспитания в школе. Так считает депутат Мажилиса парламента Маулен Ашимбаев. В Нур-Отане прошло заседание Республиканского совета МИРАС. Его участники обсудили дальнейшую работу по реализации статьи главы государства. Предложение членов совета выслушал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. В частности, они предложили активнее работать с казахстанскими студентами, чтобы прививать им национальные ценности. Участники встречи готовы направить свои предложения в соответствующие органы по реализации статьи президента и призвали всех казахстанцев объединиться для достижения задач. Это модернизация восприятия мира, нашего миропонимания, национального сознания на базе национальных кодов, но в то же время получая, используя современные мировые наработки, принципы, открываясь миру, мы вот именно таким способом можем модернизировать общественное сознание. Формирование разносторонних, открытых, прогрессивных личностей лежит в основе, является одной из целей модернизации общественного сознания.